Взял рейки такие вот у Леро. По 40 рублей, что ли, не помню. Короче, там вообще отдал ерунду какую-то, рублей 500 или 600, знаешь, там саморезы все. Саморезы, петли брал. Вот сейчас буду с этих реек делать клетку для гультиков. Вот, скрутил эти рейки, собрал такой каркас. Сейчас буду накручивать фанеру. Вот, сделал дно такое. Что-то мне не хватает фанеры. Придется, наверное, за ней ехать. Собрал дно. Вот, потолок. Станция боковую сделать. Не знаю, сорт пласта. Ну, сетку. Дверь сейчас буду делать. Потом жердочки. Вот такая вот получилась клеточка. Сделал дверцу. Сейчас посмотрю, если у меня осталась сетка. Прибью сетку. Набил сетку, вот чуть-чуть подкрасил. Осталось заднюю часть сделать. И жердочки, и поддоны. Фанеры не хватает, надо съездить и доделать. Съездил за фанерой. Вот сделал заднюю часть. Чуть-чуть подкрасил. Сделал вот такие поддончики. Сейчас тоже там кучу подкрашу. Вот все выдвигается. Очень удобно. Корм вытряхнул. И обратно можно поставить. На два сделал, чтобы все. Сейчас сделаю жердочки. Тут что-то крашу, уголочки. Подсохнет. И будем переселять туда, наверное, самцов. Вот решил все-таки подкрасить белым. Думаю, на нем будет очень хорошо. Ну, видно птицу. Красиво будет. Подсохнет, в общем, потом покажу все, как пересадил всех. Набил вот такие уголочки. Сразу повесил он. Места там посидеть, вот жердочки сделал, под купалочку. Все, сейчас подсохнет, занесу им, посмотрим, понравится им нет. Все, включил свет, вот так вот получилось. Ну то я по-быстрому делал, когда у меня был к птенцу. Потом я тоже подкрашу, потому что сразу видно. Красивее беленько смотрится. Ну все, буду потом запускать.